Ну что, друзья, выпал первый снег, наконец-таки. И вот он я еду, записываю очередное, так сказать, ну, предновогоднее, скажем так, видео, потому что, ну, любое видео, связанное со снегом, особенно когда это первый снег, конечно, это уже связано с Новым годом, вот. Кстати, вот езда... Пример езды, когда в лицо сыпет снег. Я уже говорил как-то об этом, что закрываешь один глаз и закрытым глазом вперед. И вот так едешь. Но на самом деле не особо это помогает. То есть все равно как-то так пытаешься всеми закрываться и прочее. Ну не суть. Так вот, я еду на Валенсии 2. Именно на ней. Почему? Потому что... Суперчардж у меня мой, ну, Бенфику. Суперчардж уже мое название. Форд Бенфика мой, полугорник, полудорожный. Он сейчас у меня, так сказать, ну, не в ремонте, а в доработке. Я хочу коробку передач, как вы знаете, она у меня... Изначально у меня стояли вращающиеся ручки, да? Я, ну, обжал эту ручку хомутом и сделал, как бы... кулису, да, рычаг КПП себе, селектор, вот, на руль, то есть там, где у меня вращающаяся ручка, туда же я поставил и вот этот рычаг КПП. Но сейчас я хочу эту ручку вообще с руля переместить вот сюда, ну, то есть как на автомобиле, чтобы вот здесь он был, вот, но чтобы его сюда переместить, ну, естественно, пришлось такую от багажника прикрепить эту. Ну, все увидите в видео. Вот. Ну, то есть, суть в чем? Что это я все сделал. И сейчас, естественно, вот эти троса, которые идут к рулю, они же от коробки передач. У меня их две. Одна как бы задняя, другая передняя на системе. Вот, ну я так назвал заднюю, которая на кассете. Это у меня как бы обычная КПП, стандартная. А которая здесь, я ее назвал раздаткой. Ну, здесь, наверное, раздает как бы мощность, то есть пределы мощности дает. Та чисто мощность, а это как бы выдает такие отрезки. Ну, это все я позже поясню, это как бы так, общее введение в курс дела. Ну, так вот, и, в общем, пришлось сделать такую вот багажника сюда площадку, вот. И здесь будет как бы две таких трубы, как сказать, в общем, два будет рычага. Они, я хотел их рядом сделать, но не получилось. Ширины не хватило, поэтому они будут как бы друг за другом идти. Основной впереди, а раздатка сзади будет. Вот, но в чем главная суть? Что от коробки передач, от обоих коробок, идут троса. Но они в оплетке в этой, как и в принципе все троса. Вот. Они идут от коробки на руль, к рулю. Длина, все уже отрегулировано. Вот, и... По этой длине ты их там регулируешь натяг. Что я хочу сделать? Я их хочу перевести сюда. А значит, мне придется и... Ну, длину я не буду уменьшать. Но так или иначе, я их там как-нибудь загну, там переплечу. Но самое главное, что... Все равно, вот сейчас я поставил. Ну, как бы еще не поставил, но просто сюда поместил. Еще не прикрутил ничего. Вот. Натяг уменьшился. Но это фигня, потому что натяг можно будет отрегулировать. То есть... Поезжу, порегулирую, как бы там эта фигня. Вот, ну главное, что вот сейчас вот этим я занимаюсь. Вот, и сейчас у меня ляз пока этот, так сказать, вне доступа. Я не могу на нем ездить. Потому что коробка передач, сейчас ее как бы нету. Потому что там, как я говорю, уже натяг я снял эту отсюда. Тросик, как бы натяг уменьшился. И поэтому сейчас коробка, она вообще как бы не работает, так скажем. И то есть ехать на велосипеде невозможно. Вот. Но это все в процессе я сделаю, доработаю, и поэтому в итоге будет вот так. Но главное, что сейчас приходится ехать на этой Валенсе. Я вчера на ней проехал, сегодня я хоть руль повыше отрегулировал. А вчера, короче, решил так прокатиться, ну, быстро. Не успел ничего там сделать толком. И было очень неудобно ехать, то есть я привык уже к комфорту. А здесь едешь, во-первых, это, посадка этого горного,
Вот, и плюс еще, ну, в общем, неудобно, неудобно одним словом. Вот. Еще у меня звездочка от Valence 2 мелкая стоит, 90 кошачья. Это пипец. Ну, сейчас вроде как привык, а вчера жопа было ехать. Вот, поэтому привыкаешь к комфорту быстро, и очень быстро не хочется к этому возвращаться, к дерьму. Вот, ну что делать? Ладно, я думаю, туда в город не поедем, сейчас развернемся, покатаемся по нашим улочкам. Все попробую дрифт. Нормально. Забыл уже, что такое вообще дорожный велосипед с задними тормозами. Вот. Наверное, на трек надо сгонять там. Пошалить немного. Ну, сейчас где-нибудь разгонимся. Вот. Ну, факт тот, что новогоднее настроение, я боюсь одного, что как в прошлой, как бы не получилось, как в прошлой зиме, что снег выпал. Сегодня 20-е, ну, сегодня 20-е числа ноября. То есть декабря еще нету. Но я не помню точно, сколько сегодня. По-моему, сегодня или 22-е, или 23-е. Ну, короче, суть в том, что 20-е числа сейчас идут. Ноября мне неделю осталось учиться. Потом в декабре я на постоянную практику выхожу. Ну, а в январе уже там, пол января, как вы знаете, новогодние праздники, а вторую половину января уже там защита диплома, там сдача всех этих, зачетов там, экзамены, ПДД, вождение, ну, то есть все-все-все в совокупе будет. Все будет в совокупе. И, как бы сказать, там уже некогда будет ничего делать. Вот, то есть декабрь, в принципе, у меня практика. Я буду 3 через 3, скорее всего, ходить. Потому что, ну, у меня человек, с которым я работаю, он 3 через 3 только работает. Вот, но я не хочу там к другим ходить. Вот, я думаю, этого хватит, в принципе. Вот, ну, суть в том, что вот так. Выхожу на практику, неделю осталось сейчас отучиться. В принципе, сейчас уже не учимся, а так, я не страдаю. Вот. К чему я это говорил-то? Уже забыл. Ну, к тому, что сейчас будет много времени, сейчас будем, у меня в планах сейчас пашбайк снять. В планах было 2 выпуска, ну, как бы даже 3. Один за кадровый паш. Ну, там в основном интервью будут наши. Один вот с прицепом, который с Никитой, тоже будет новогодний выпуск. И один будет, как бы сказать, ну, там я должен был ехать на лясе, типа тоже поездка, типа там что-то такое. Как раз вот на этом прокачанном лясе, то, что я сейчас делаю свой форвард. Ну, Бенфику, горник. Вот. Ну, не знаю насчет этого выпуска, потому что снег выпал. Я хотел как бы немножко по-другому снять, ну, подумаем. Но прицеп обязательно надо, я вот молюсь, чтобы получилось снять прицеп. Потому что это, конечно, будет вообще трэш. Если мы сможем снять, не знаю, вот здесь прокатиться, но здесь меня плохо будет видно. К треку бы сразу подъехали, ну, пофиг, поговорим еще. Вот, и камера как-то не очень отрегулирована, ну, хрен с ним. Такой лайв-выпуск быстренький. И, значит, говорю, что прицеп обязательно нужно, конечно, будет снять. Все остальное фигня, но вот прицеп надо будет обязательно снять. С Никитой, вот в снег, такой рождественский выпуск. Новогодний, вот, на это надеюсь. Что еще вам не сказал? Еще. За фейс, как обычно, хера не вижу, что впереди творится. Снег закрыл. Обзорность. Ну, вроде так я почувствовал немного управления. Но все равно как-то не совсем, сказал бы, уверенно еду. Как-то мастерство покинуло меня за лето. Сейчас зима, как обычно, придется наращивать. Первые дни зимы надо снова набрать форму. Но я уже много раз говорил, что когда ездишь летом, даже с учетом того, что я уже несколько зим ездил, уже на 3, какой 3, 5-6 зим, наверное, уже откатал, и даже больше. Вот, ну факт тот, что много у меня зимних было поездок, зимних сезонов на лясе, но все равно за летний период, пока снега нет, забываешь, что это такое. И все равно, с учетом того опыта, да, твоего, ты можешь даже хуже, чем новичок, проехать зимой. Потому что новичок, он не боится, он этого всего не знает и может гнать на полную. Вот, ну, может упасть, а может и не упасть. А ты как бы в сознании прокручиваешь, ты все это понимаешь, покрытие знаешь, все. И ты как бы немножко осторожничаешь.
Поэтому нужно немного приспособиться, потом ты уже будешь ездить на пределе. Когда почувствуешь опять это покрытие, все. То есть все равно нужно, опять же, накатать какие-то часы зимой, чтобы вспомнить, как руки и ноги вспомнят. Но так или иначе нужно все равно... Опа, дрифт небольшой. Все равно так или иначе надо немножко это вспомнить. То есть не сразу сел и погнал, я прошлой зимой гонял. Это не получается. Вот. Все что-то хотел говорить и все что-то забыл. Ну просто говорю, переполняют эмоции, снег. Все очень круто. Как бы это все снять, но видите, вот только на фейс получается снимать. Так особо ничего. Вот, ну из новостей вроде как все. То есть я делаю велосипед. Да. Я, значит, вот насчет Паши сказал все новости, да? То, что зимой надо почувствовать. Так. Вот, ну что, неделю осталось отучиться, да, как бы, и уже практика. Это за забором или нет? Сюда. Смотрю на собачек на этих. Да, это за забором собачка. Привет, пес. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот, ну, в снег всегда хочется что-то снять такое, но не... Как хочется, все равно не получается снять. Вот. Ну, из новостей, да. Уже как бы планирую в феврале брать машину, пока нет денег совершенно. Но надеюсь, что чудотворным каким-то способом накопить. Хотя даже еще не начинал этого делать, но не знаю. Вот, планирую брать семерку. Семерку подержанную. Хотя вот подержанное единственное, что меня как бы немножко смущает, то, что я не особо опытный в плане покупок подержанных автомобилей. И могу нарваться, ну, надо у старичка какого-то брать. Вот, я знаю, будут ли старички вообще продавать. Но суть в том, что надо брать у старичка, потому что если у молодых брать, ну, понятно, что он на этой машине давил, да, и что там все уже в хлам. То есть у старичка, ну, у старичка тоже, у старичка может быть нагар в цилиндрах и прочее, там движок может тоже быть в дерьмо. Ходовая это ничего, но вот движок, потому что на холостых оборотах они в основном ездят, ну, медленно все это, тихонечко. Вот, и допотопно вот это, когда нежишь двигатель, он начинает образовываться нагар. То есть всегда надо продувку делать, то есть прогазовывать, периодично продувать, продувку делать двигателя, чтобы камера сгорания, все это, шлак этот весь выходил, вся эта, вот эти отработавшие газы. Старички этого не делают, и поэтому может быть другая проблема, связанная с нагаром в цилиндрах, то есть там все будет в этом самом. Вот это капиталка. Вот, ну не знаю, все равно надо брать у старичка, потому что хер знает, может еще и ничего. Вот. Что имеется в виду вообще холостые обороты, а если как бы он чуть-чуть там все равно ездил, то может быть ничего и страшного в принципе и не будет. Вот. Ну вот здесь вот, по-моему, посыпали реагентом каким-то, потому что видите, ну вы не видите, ну может быть сзади видите, не знаю. Здесь снега нет и, ну, мокрая дорога, слякоть. Это явно посыпали вот этой херней какой-то дебильной, типа соли. Вот, потому что так растаять не могло. И в чем тупость? В том, что это еще и опаснее, потому что минусовая температура. Ну сейчас минус один, а если было бы больше, это все обледенеет, корка вот этой воды, и будет еще хуже. То есть в снег, так скажем, такого не произошло бы, если бы лежал снег. А вот эта вода, она обледенеет и будет лед. Это еще опаснее. Поэтому о чем они думают, я не знаю. Дорожники. Но однозначно это тупо. Вот. Не знаю, честно говоря, даже что вам еще рассказать такого. В принципе, про планы все рассказал. Ну, могу поговорить
про, опять же, учебу, да. Честно говоря, я ожидал от техникума, ну, от тогда еще лицея, да, когда он назывался. Сейчас это уже техникум, автосервис, да. Там добавили МЦПК, многофункциональный центр прикладных квалификаций. Но суть в том, что я, конечно, рассчитывал на больше, поступая в этот, ну, так скажем, техникум. Я рассчитывал все-таки, что научат полностью автомеханики и прочему, прочему, прочему. Выяснилось, что в принципе ничему особо-то не научили, то есть объяснили принцип действия двигателя, как он вроде как разбирается, вот, но подробной схемы, конечно, не было. И то есть, ну, как бы сказать, ну, как в любой другой шараге. Ну, в других, может быть, еще хуже, вот, но, то есть, факт тот, что я недоволен тем как научили, обучили, и все равно я занимаюсь самообразованием, все равно я читаю книги в интернете, распечатки всякие делаю, читаю это все, учу, потому что на самом деле знаниями вот похвастаться после этой шараги невозможно. То есть как бы, ну, я вот на отлично учусь, да, у меня ни одной четверки, даже в четверти, ну, не то, что в четверти, да, там, ну, у нас не четверть, у нас полугодие, что как бы вроде сложнее, да, но не то, что в полугодиях, даже за урок, как бы у меня не было ни одной четверки. Все остальные, ну, все ПТО по устройству автомобиля чисто одни пятерки идут, журналы вообще там. И тем не менее, я говорю, я, и плюс я читаю дополнительную литературу, и все равно этого недостаточно, чтобы, так сказать, ну вот, да, там, на той же практике, там, быть как бы на уровне автомеханика. Этого всего мало очень. Руку видно, да? Вот. Этого всего очень мало, поэтому... Ну, а остальные, да, другие, помимо меня, да, мои одногруппники, они там вообще ничего не знают. То есть, если, как бы, то есть я спрашиваю, допустим, Юр, что это такое, да, показываю ему. Вот, он такой, хер знает, что-то помню, но это... Я говорю, ты что, не помнишь, что ли? Вот, он такой, типа, да это когда было-то еще на первом курсе? Вернее, он говорит, это когда было-то, я говорю, на первом курсе? Он такой, ну так вот, я что, думаешь, помню? А там всего-то диаграмма фаз газораспределения.